Чувашии аномальная жара сменилась ливневыми дождями. За 4 дня в Чебоксарах может выпасть до 23 литров воды на квадратный метр земли. При этом дожди не окажут особого влияния на температуру воздуха. Она продолжит повышаться до летних значений и составит 20-25 градусов тепла. В конце месяца возможно еще одно повышение температуры до высоких значений. Столбики термометров в Чувашии могут показать выше 30-градусной отметки.